В матче с «Торпедо» на действиях техничных тбилисцев могли сказаться дождливая погода и вязкое поле. Сохранив сухими свои ворота после ударов Востросаблина и Камнева в начале матча, динамовцы стали плести кружева вокруг штрафной хозяев, невзирая на тяжелый грунт. После удара Джамараули на 37-й минуте капитулирует Пчельников 1-0. Следующий удар экс-владикавказца Джамараули приходится в перекладину. Вообще вся игра тбилисцев строится через Гочу, способного даже по щиколотку в грязи обыгрывать по нескольку торпедовцев. Во втором тайме изменить что-то в игре автозаводцам оказалось не под силу. Размашистые грузинские атаки были острее монотонного московского розыгрыша в конце матча. Счет 1-0 на табло так и сохранился. Впереди игра в Тбилиси. Чем ответят торпедовцы, пока не ясно.